Прием, прием, леди и джентльмены, на связи Шадимен, конечно же, леди Леска. Всем привет! И Нубик в костюме Троллфейса. Привет, привет, друзья! Добро пожаловать на один день в режиме Бравл Старс в Майнкрафте, друзья! Сегодня мы вместе с Леской и Нубиком попробуем посостязаться в таком мини-гейме, как захват кристаллов в Бравл Старсе только в Майнкрафте. Но перед тем, как начать этот мини-гейм, друзья, прямо сейчас пишите в комментариях. На своих экранах вы видите ровно три героя. Пиши, какого из этих трех героев ты бы выбрал для того, чтобы играть в захват кристаллов в Бравл Старсе. Пиши в комментариях один, два или три. И после этого обязательно не забудь поставить лайк под этим роликом, а те, кто из вас еще до сих пор не подписан на канал, нажимайте на красную кнопку «Подписать» и делайте то же самое на канале Лески. И обязательно не забудьте подписаться на канал, где я снимаю Бравл Старс. Да. Приятного тебе просмотра. Ну что, погнали. Кто за какого персонажа у нас сегодня будет играть? Нубик, а тебе команду давали то, что ты раньше времени начал персонаж тыкать? Я просто нечаянно нажал вот эти плиты и решил, что я буду за Эдгара. Я возьму Спайка. Я буду со Спайком. Леска будет Кольтом. Так, в общем, как у нас сегодня будет? Три раунда по три минуты. В конце трех минут мы эти геймы, которые мы найдем, там эти геймы, получается, переносим вот в эти сундуки. И дальше будет еще ровно два раунда, снова по три минуты. У некоторых персонажей, кстати, есть суперспособности. Как вы помните, Эдгар может прыгать, теперь Нубик тоже может прыгать. Короче, мы начинаем прямо сейчас, переносимся на наши позиции. Давайте. Так, я у себя. Леска, давай ты переносись. Нубик, переносись на свою позицию. Перенесся. Так, таймер 3 минуты, первый раунд, захват кристаллов. Куда Нубик полетел-то уже? Назад встань, капец ты сразу, конечно. Раз, два, три. Три минуты полетели, давайте покажем им, как надо захватывать тут все эти гемы. Опа, все, я походу ухватился. Я ухватился за золотую жилу, ну конечно, вначале очень много заспавнилось. Так, отлично, отлично. Так, где Нубик? Наверное, опять сидит где-то в кустах, да? А нет, смотри-ка, не сидит в кустах. Слушай, о, Нубик, привет! Не сидишь, очень круто. Не сидишь? Ну ладно, хорошо. Так, ну-ка. Так, а ты где есть-то, Нубик? Так, давай сюда иди, что ты там? О, я тебя поймал, серьезно? Ух, Леска, ничего себе, ты с этими пулеметами мощная, конечно, капец. Так, пока Нубик там способности берет, у меня есть время, чтобы гемы еще дальше захватывать. Так, сюда, сюда, гемы мои. О, Нубик полетел, кубик. Так, на, нет, гемы. Вот он мой, вот я забрал его. Вот это меня заклинило, повезло, повезло. Так, Леска, что тебя там заклинило-то? О, Нубик попался. Начала прыгать. Так, Леска бежит за стенкой, я попробую сейчас кактусом в нее попасть как-нибудь. Так, может в прыжке как-нибудь? Вон она бежит, смотрите, друзья, она прям за этой стенкой. О, Нубик стартанул. Так, я пока что, друзья, тактика, галактика. Беспалевно, беспалевно, все делаем. Опа, привет, Нубик. Привет, Нубик. А у тебя костюм палится, кстати. У тебя костюм, кстати, палится, ты понимаешь? Ты не прячешься из-за этого. Так, о, Леск, привет. Так, что там бегаешь? О, все, есть, отхватил, захватил Леск. Опа, надо Нубика в полете сбить сейчас как-нибудь попробовать. Смотрите, за Эдгара вообще невозможно попасть за Эдгара. Смотрите, Нубик бегает просто, я не знаю, как не знаю, кто так тихо. Это понятно, это понятно. Так, Леск, привет. Так, Нубик, может я в тебя все-таки попаду? Да, я попал все-таки в тебя. Так, а где еще гемы? Я что-то уже не помню. А вот он, наконец-то, хоть какой-то гем мне попался сейчас. Так. Леск что-то там сейчас будет спрыгивать вниз. Так, попробуем в неё на опережение, вернее, попасть как-нибудь. Жулик, так, где есть Нубик? Гему, Нубик, ты чё, забрал гемы Лески, что ли? Ну ты капец, конечно. Чё, нож? Конечно, у тебя нож. Чё, выкинул, что ли, его куда-то? Я забрал уже. А, все отлично, так. Опа, забрал еще гем. Так, слушайте, у меня их очень много, на самом деле, накопилось. Прям, опа, все очень круто. Так, Нубик бежит. Две минуты прошло. Две минуты уже прошло, кстати, если что. Две минуты, три минуты надо, чтобы прошло. Конечно, нифига она пристрелила через кусты в меня. Так, осталось, да, 40 секунд, даже меньше осталось уже, на самом деле. Так, я буду сильные кактусовые заряды сейчас бросать, короче. О, попал в Леску. Попал в Нубика, два раза попал. Так, стойте, полминуты, полминуты еще есть, на самом деле, полминуты. Все, взбили Нубика уже, получается. Так, где Леска? Вот она, в кустах, в кустах. Есть, все, попал. Так. Все, я не успею на этот раунд, я поняла. Нубик, ты вот, я не знаю, что ты там ешь постоянно, потому что у тебя улыбка такая становится, что-то, наверное, отравленное постоянно кушаешь, там непонятное. Опа, сюда гемы. Сюда гемы мои. Все, времени буквально, не знаю, секунд 5, наверное, осталось, и все. Так, я пока что буду пуляться просто со всей силы, вот так вот.
Все, раунд завершен. Да. В общем, друзья, мы сейчас отправляемся раскладывать наши гемы, кто какие нашел, и встретимся уже во втором раунде. Итак, друзья, прямо сейчас начинается раунд номер 2. За кого бы мне играть я знаю, во втором раунде? Фрэнка. Так. Я за Белл хочу, я хочу за снайпера побегать. Конечно, за снайпера, чтобы играть, нужно знать, как правильно целиться, просчитывать траекторию и тому подобное. Короче, это будет сложновато, но мне кажется, ничего страшного. У Эдгара ножички и сзади эффекты, да, чтобы ты быстро бегала и высоко прыгала специально. Ты же взяла все, да? Взяла, да. Все. Все, я на свою позицию отправился уже, давайте, я вас ожидаю. Ждем Нубика. Так, я тоже жду. Давай, Нубик. А, да, конечно, давайте. Давай, давай, давай. Так, и раунд 3 минуты. Новый раунд. Начал. Раз, два. Все, я готов. Извините, давай. Три. Три минуты пошли, на счет три минуты. Так, я снова хочу успеть забрать, сколько успею тут гемов. Так, вроде успел. Вроде успел, конечно, в итоге так. За снайпера будет очень тяжело попадать. Очень тяжело, друзья, смотрите. Так, я помню, о, резко я в тебя попал. Так, у Нубика, смотрите, у Нубика за Эдгара капец как много хпшек, да? Я леску ваншотнул, а Нубика не могу. Ну, за Фрэнка, за Фрэнка. Так, капец, Нубик, у него реально много хпшек, друзья, смотрите, я не пытаюсь попасть. Но никак не могу ничего сделать. Капец, слушайте, друзья, вот Фрэнк, вот вам Фрэнк, как бы много здоровья и тому подобное, это просто имба настоящая. Слушай, ну Нубик неубиваемый, это понятно. Нубик еще и аптечек захватил, капец, но у него, понимаешь, у него аптечки, если его сейчас один раз замочь, у него аптечек уже больше не будет, вот. Так, главное... Давай же, да что такое, я его не могу никак добить вообще. Ну ладно, смысл игры в том, чтобы гемы собирать, а не в том, чтобы кого-то мочить, так что не знаю, чего там бегали. Я пока и Нубика мочил, и с центра заодно гемы собирал. Так, о, леска! Нет, она меня... Вот, как бы, в чем Эдгар сильнее, в том, что он быстрый. Так, а что ждать-то, в смысле, Нубик? Надо было же сразу все брать. Да, и уже так бы остался бы, ты только время зря теряешь, пока там леска сейчас гемы собирает. Нет, все наши. Смотри, что лучом мне, хитрый какой. Вот, все, что попал, все, готово. Ты добил. Так, сколько у меня... Конечно, я, да. Сколько же у меня гемов? Слушайте, мне кажется, я победю. Мне кажется, я победю. Так, где Нубик у нас? Где у нас Нубик? Бежит! Смотрите, так, стой, леска бежит, сейчас снайперский выстрел. Ножик кого-то упал опять. Кто ножик-то роняет постоянно, не понимаю. А что выкидываете-то, я не понимаю. Автоматически. Так, иди возьми ножик-то тогда. Так. Знаешь, что вот мне не нравится у Эдгара? Потому что я не могу приземлиться вовремя. Так, тебе не надо все время прыгать. Ты понимаешь, что ты только время... Когда ты в воздухе, ты время тратишь. Ты быстрее это расстояние прибежишь, ниже, чем прыгать. Это будешь постоянно. Это же прикольно вообще. Естественно. Так. Понятно, а что, Нубик, попрыгать хочет? Нубик, кстати, мол... О, капец, он меня видали, как Эдгар... Ой, как его Эдгар. Ё-моё, Фрэнк вообще прям с этого удара просто мочит все. Так, ну бывает, Нубик, ты кого-то никогда ничего не путаешь, вообще капец. А я же просто сказал, что путаешь. Ну, я тоже просто сказал. Так, и что? Так. Так, 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 пока леска там что-то собирает у нас тоже. Так. Нубик, сына, хилится только, он даже ничего не собирает, еще ничего не делает. Ага. Так, ну мы ладно, пускай собираем. Гемы... Не, главное, гемы мои. Вот, все равно ты очень мало их собрал, скорее всего. Я вот сижу прямо на центре и все собираю, все, что тут есть. Так, 30 секунд осталось. Так, опа, леска готова. Так, Нубик, хочу в Нубика попасть. Так, давайте. Я очень хороший сегодня борец. Нет, Нубик, ты плохой. Посмотрим, у кого сколько гемов будет в конце и скажем, у кого сколько. Так, походу, леску успела все-таки взять. Так, опа, готово сюда, так. Еще удар, есть, завалил Нубика. Нет, за мной теперь леска бежит. Один гем, пожалуйста, 10 секунд до конца. Есть, я успел что-то взять здесь. Так, еще гем вижу, да, сейчас его тоже успею. Так, опа, нет, перезарядка. Все, раунд завершен, друзья. Раунд номер 2 завершен. Мы отправляемся к сундукам и увидимся уже в раунде номер 3. Раунд номер 3 начнется прямо сейчас. Я выберу Брока. Мне хочется побомбить. Конечно, ракетка не совсем такая, как у него прямо в Бравл Старсе, но взрываться они точно будут. И у меня изначально, кстати, уже будет мало хп, так что у вас будет леска и Нубик какое-то даже преимущество. Попробуй. Все, я на позиции. О, леска снайпера, на самом деле, будет тяжело. А? Реально, за снайпера нужно прям реально попадать было. Надо очень сильно прям за снайпера, чтобы что-то делать. Но зато с одного удара мочишь, как бы, понимаешь? У нас сейчас Фрэнка нет. Вот. Раз. Нубик, ты спайк, да, получается? Я спайк, вот. Раз, два. Погнали. Три, раунд начался. Друзья, полетели, полетели. Давайте, 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 давайте. Есть. Никто вниз не побежал, я этим воспользовался. Так, опа, 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 меня уже замочили. Смотрите, кто-то в меня попал. Я даже не понял, что произошло вообще. Тоже не поняла. Так, идем сюда.
Так, перезаряжаем. Слушайте, как все-таки у Брока перезарядка долгая, прям как реально в Brawl Stars настоящем. Так, прям реально тяжело на самом. О, зато мощно. Зато мощная ракетка все-таки у него может на самом деле неплохо ваншотить. Так, леска у нас где-то вот здесь находится. Так, я ее не замочил, даже чуть не понимаю. А нет, я взяла. Так, я не знаю, кто взял. Кто взял, кто не взял, вообще пока что непонятно. Вот, я главное то, что сейчас очень много гемов уже даже в этом раунде собрал. Так что, думаю то, что вы меня точно сегодня не догоните, вообще по-любому. Кто, мы тебя валим? Ну, может быть, Женя, я не знаю, попала бомбу, вдвоем. Ну, мы, Нубик, мы валим тебя постоянно. Разменялись, получается. Так, где Нубик на центре, пока фармит гемы там, капец. Нубик, ну ты, конечно... А чё, леска, кстати, неплохо попадает вообще. Слушай, так, только гемы бы еще. Я сам себя взрываю, все, я понял, что происходит. То, что у меня боец такой взрывной, я постоянно выходит так, то, что я взрываю постоянно сам себя. Чё, Нубик, там стреляешь пуколками своими зелеными? Так, нет, леска моя гема забрала. Так, есть, зато я подорвал. Да ладно, я всех взорвал, ничего себе. А чё ты как-то на прям уничтожение просто, на самом деле. А чё, классно, я не ожидал, я думал, что ракеты так работать хорошо не будут. Это уже последний. Это уже Нубик последний, сейчас вот раунд пошел. Убивает, так что перед носом гем выскакивает. Я все уже, я не могу. Это специально, это тактика такая. О, нормально, слушайте, я прям Нубика взорвал вместе с собой, получается. Да, так, все, полетели. Нет, так, это я тебя. Нет, это я тебя. Нубик. Не смогла прийти. Нет, это я тебе. Я взорвал себя и взорвал тебя заодно. Опа! Ракеты, пуколки мои тоже, давайте. Так, о, отлично. Так. Леску не успею подловить, у меня перезарядка началась. Друзья, Мансим! Мансим здесь по центру, смотри, стоп, леска не ваншотнула меня. Опа, сюда ушли, размансили, отсюда вышли. Все, меня не нашли сразу, мгновенно. Так, и я взорвал еще Нубика заодно. Отлично. Нет, не взорвал, отлично. Не взорвал, в смысле? Смотри, Нубик, ты уже сейчас на спавне будешь находиться вообще-то. Посмотри повнимательней. В смысле, вот только что взорвался, смотри. Я этого не взорвался. Так я тебе про этот говорил, то, что до этого было, я даже этого не имел в виду, Нубик. Ну ты, конечно, вообще, ну ты вообще, Нубик, ты совсем, конечно. Ну ты, я не знаю, Нубик, слов просто от тебя нет все время, что ты творишь, на самом деле, реально. Просто от тебя нет слов. Так, на леску гранат получай. Леска вообще не долетает просто до места. Нубика туда тоже забамбливаем. Так, 20 секунд остается. Будет очень жестко. Я уже на центр, наверное, не пойду. Я буду другим не давать брать гемы, наверное. Так, взрываются гранаты, взрываются. Но пока что не попадаю я этими гранатами никуда. О, леска так взорвала Нубика. Я закидываю теперь леску. Остается 2 секунды времени. И стоп, остановились. Все, у меня... Половина сердечка сейчас, смотрите, в меня только не выстрелите случайно и не ударите меня кулаком, я реально сейчас просто отлечу сразу. Да. Так, кладите давайте гемы в свои сундуки, и прямо сейчас мы узнаем, кто сегодня в захвате кристаллов в Brawl Stars у нас победил. Давай. Так. Первый. Давайте вместе заглядываем к леске, посмотрим сразу все, сколько у нее. Леска, пошли. Так, считаем. Леска, клади, ты не положил, походу, все. Так, смотрим. Все, да? 37. Запомнили. Нубик. Открываем Нубика. У Нубика 33, либо ты не доложил еще? Нет, у меня все. 33. Окей, смотрим, сколько у меня. У меня получается 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 73. Короче. Сегодня, получается, у меня больше всех кристаллов, леска заняла второе место, и, на удивление, профессионал в Brawl Stars Нубик занял третье место, это очень непонятно, но посмотрите на его лицо, мне кажется, вот эта маска говорит сама за себя. Ну, а на связи был Шэдимен, всем удачи, хорошего настроения, не болейте, увидимся, услышимся в следующем ролике, всем пока-пока. Пока-пока, друзья!